мая 1949 года начнется подписка на новый четвертый государственный заем восстановления здесь... и развития народного хозяйства. Убери руки, я в горком. Черт, сам что? Да нет, нет, черт, нет, черт. Она не я. Больно, Люд. Инициативы партии и правительства. Вчера на торжественной митинге собрались рабочие объединения «Советские пекари». Первым взял слово старейший бараночник завода товарищ Илья Владимирович Кручкин. «Я приветствую выпуск нового займа», — сказал товарищ Кручкин. «Пусть наши трудовые средства помогут еще больше укрепить могущество нашей Родины». Затем выступили старейшие работники объединения, товарищи Рябова и Сиваконь. Они предложили подписаться на новый заем в размере месячного... Обиделась. Могла бы ночью разбудить. Но это значит проявить инициативу, а кто из нас маньяк? Может, завтра сообразишь? Перебьешься? Нет. Конфетами? Каким конфетам? Ты что, обыск устроил? Жить я хотел, неужели непонятно? Приятного аппетита, Сергей Васильевич. Спасибо. А с собой возьму, ты не против? А это у тебя откуда? Это на похороны. Чьи похороны? Не мои, не надейся. Может, пуговицу пришьешь? Сам пришьешь. Францев решил за мой счет статистику улучшить. Повесил на меня два дела, лишь бы закрыть. Одно из них — самоубийство гражданина Синицына. Вот родственники попросили в морг Кити отдать. Он не заразный, ты не бойся. Второе дело? Второе дело — авария. В травой врезался автомобиль, три трупа, вагоновожатые и двое сидели в машине. Обгорели до полной неузнаваемости. Не слышала? Знаком, что ли, этот китель? Его с другим вряд ли перепутаешь. Нет, откуда им знаться? Заводской фрезеровщик, комсомольская богиня. Люд, ты чё? Ничего. Что с тобой? Ничего. Почему же она вас спрашивала? Не от любопытства, с каким-то своим смыслом. Конфеты, которых у нее отродясь не было. Не многовато ли совпадений? Для преступных деяний гражданка Мишина не создана. Для преступления надо хоть сколько-нибудь фантазии в голове иметь, а не тексты юбилейных обращений. Что читаем, Илья Ефимович? О новом займе читаю. Думаю, облигации рублей на 500 приобрести. А чё так мало?
Партия правительства проявляет заботу о работниках милиции. А ты 500 рублей. А вы на сколько? Я жду, что совесть подскажет. И тебе советую подождать, прислушаться. Ладно. Такие конфеты раз в жизни ел? Да. Угощайся. Где взяли, товарищ капитан? Эти конфеты вне подозрений. Спасибо. Голодный? Да. Хороший суп. Сами стряпали. Еще чего? У меня кухарка. И горничная. И швейцар у входа стоит. Не заметил? И все на зарплату педагога. Понял. А почему вы из прокуратуры ушли? Долгая история, Илья Ефимович. А главное, скучно, как вся наша жизнь. В советской разве скучно? Кино и даже театр, библиотек сколько? Сколько, дорогой коллега? Чтоб ты знал, возникает от общего однообразия бытия. И отсутствие каких бы то ни было перспектив его нарушить. Как пыль. Глотаешь, глотаешь. Она везде. И даже в театре, в который ты меня отвезешь, перед тем, как займешься другом Синицына. Как он? Кунавин Борис. Вот. Узнаешь, насколько часто они встречались, чем занимались. Угу. И куда этот наш фрезеровщик так рвался, что даже голову себе свернул. Понял. Про Китель спрашивать? Ну, предъяви для опознания. А я пока его происхождением займусь. Значит, вы тоже что-то заподозрили? Давай, Илья Ефимович, доедай конфету и помчали. Не буду. Буду силу воли тренировать. Тренируй только недолго. Все, поехали. Здесь за углом останови. Вот здесь он. Далеко ж до театра. Не хочу, чтобы ты меня своей формой компрометировал. Не понял. Пойду как представитель художественной самодеятельности на кроме милиции. Понял. Давай. Да, не забудь забрать рапорт из ГАИ. Драмтеатр. Нет, сегодня спектакля не будет. У нас опять торжественное заседание, вот этот юбилей какого-то института, да? Юридического. Да вот тут товарищ подсказывает, юридического. Завтра, да, играем. Эхо Брянского леса. Нет, Брянского. Да, пожалуйста, приходите. А вы к кому? К директору. По какому вопросу? По очень важному. Мы в юридическом институте делаем студенческий театр. Просим ашевской помощи. Ну, не знаю, примет он или нет. У него так сегодня голова кругом. Из-за собрания? Нет. У нас главный режиссер пропал. Руженич? Да, вот он самый. Второй день ни слуха, ни духа. Ну ладно, сейчас позвоню директору, узнаю, примет он или нет.
Светочка, Петр Степанович, позовите, пожалуйста. Ну, не знаю. Люда, Люда, я от тебя такой улыбки ни разу не удосужился. Выходит, не заслужил. Нет, тут пришел товарищ из юридического института по поводу там театрального кружка. Ну, я не знаю. Да, мы тут ждем внизу. Перстень. Неужели тот самый? Оружейница золотые зубы? Да. А что? Красиво. Значит, был главный режиссер в той победе. Все сходится ни слуха, ни духа второй день. Один труп опознан. Товарищ, товарищ, пожалуйста. Да. Пожалуйста. Бурлаков Петр Степанович, директор театра. Гостев Сергей Васильевич. Извините, что так спешу уехать. В другой раз обещаю принять с полагающимся почетом. И обязательно поможем, как говорится, чем можем. Потому что городу нужен студенческий театр. А что касается руководителя, у нас есть артисты со званиями. Мы делаем спектакль о Красной Армии и очень нуждаемся в костюмах. В данный момент позарез нужна офицерская форма, два комплекта. Набери руководителя костюмерного цеха. Она человек своеобразный, но в своем деле профессор. Марья Николаевна, одну минуточку. Марья Николаевна, сейчас зайдет представитель юридического института. Они, оказывается, создают театральный коллектив. Помочь просят. Да, я вас прошу, будьте любезны, Мария Николаевна. Да, прямо сейчас. Обещает вечно, лишь бы спихнуть. А у меня, конечно, дел других нет. Только самодеятельность какую-то обслуживать. Говорите, чего вам надо? Два офицерских кителя. И откуда я их возьму? Ну, вы же должны что-то стоять на армейскую тему. Эхо Брянского леса, например. Эхо про партизан. Там, если и есть офицеры, так только фрицы. Нет, фрицы не подходят. Еще офицеры флота играем. Так там морская форма. Тоже вам навряд ли подойдет. Морскую сами шили? Сами. Ну, известно как, чтобы зала выглядела. А так, на живую нитку. Я слышал, успех был полный. Был. А как же? Завистники зашевелились, написали. Падали. Политуправление округа, что мы что-то напутали с костюмами. Мне выговор. Директор даже не заступился. Сочувствую, нехорошо с его стороны. Теперь, если что, через гарнизонное ателье будут заказывать. Ну и правильно. Зачем вам лишние неприятности? А в гарнизонном ателье там все по уставу. Вот-вот. А остальную красоту сами шьете? Да разве это красота? Скажите, какой костюмер вам красоту за 630 рублей? Месяц по счету. Из зала вроде ничего, подойдешь ближе, ни швов нормальных не крой. Про материал молчу. А у нас в институте женщины в торжественные дни приходят 1 мая, 7 ноября. Я думал, у вас обшиваются. Такие платья, материалы, вот лет такого не найдешь. Так они не у нас и не в ателье шьются. А где же тогда? Вам-то зачем? А я хотел своей невесте платье заказать. Посодействуйте. Больше не буду мучить, честное слово. Ладно, поверю. Дам вам адресок Анечки. Раньше у нас работала, теперь только числится. На дому, женам шишек шьет. Только вам дорого выйдет? Нет, для невесты не жалко. А мужское шьет? Начальнику гарнизона мундир шила. А жене его вечерний туалет. Длинное платье, скроенное как глухое, без вырезов, не декольтированное. Но смотрится оно так, как будто женщина оголена чуть ли не на бедер. Красота какая. И с материалом у нее все в порядке. Ей Ружанич с нашего склада отпускает. Я адресок напишу. Ружанич, говорят, пропал куда-то? Да куда он денется? Первый бабник на деревне. Наверняка с очередной загулял. Кстати, у Анечки его и встретите. Она из его постоянно. Теперь, если и встречу, только на том свете. Вот, пожалуйста. Скажете, что от меня. Спасибо вам большое. До свидания. Угу.
Я тебе что сказал? Соблюдать конспирацию. Ну, а ты куда рвешься? Такую красивую легенду мог запороть. Потому что я его студент. Быстро учишься. Стараюсь. Я так понимаю, не зря съездил? Кунавин пропал. И победа, которая за ним закреплена, тоже пропала. Точно победа? Точно. Так, может, его в обыск послали? Начальник гаража мне то же самое сказал. Но я встретил там своего земляка. Он механиком там. Шепнул мне, что Кунавин никуда не собирался. Зачем начальнику гаража врать? Вот не знаю, товарищ капитан. Но согласитесь, странно же. Может, Кунавин на этой победе в трамвае въехал, сейчас в морге отдыхает. Поехали. Куда? В Канечке. Кому? Дороги объясню. Из юридического института создаем драматический коллектив. А. Марья Николаевна из облдрамтеатра к вам направила. Вы проходите. Спасибо. Здрасте. Здрасте. Она мне сказали ваше отчество. Анна Андреевна. Ну, вообще все зовут Анечка, зовите Анечка. Только я с театрами больше не работаю. А у нас правком богатый. Мы вам зарплату хорошую определим. Правда, Сергей Васильевич? Да, Илюш. Илья у нас энтузиаст театрального дела. Студент третьего курса держит правком в руке. Как сказал, так и будет. Ну, я в зарплате не нуждаюсь, видите. Подрабатываю. Простите, что вы там ищете? А у вас других конфет нет? Какие конфеты? Шоколадных. Товарищ Роб, товарищ у нас из сельской местности, у них там все просто. Шоколадных нет, могу селедкой угостить. Хотите? Нет, селедку не хочу. Тогда ничего не могу помочь. А может, вы мне китель сошьете? А то я привез 3 трофейных костюма с войны. Располнял, так в шкафу и висят. Ну что ж, можно китель. А материал ваш или свой? У меня остался один после заказа. Если вас устроит. Какой хороший материал. Вы же Синицыну из него китель шили? Какому Синицыну? Я не знаю никакого Синицына. Как он говорит, что Руженич вас познакомил? С ним и с Борисом Кунавиным из горкомского гаража. И Кунавина я не знаю. Илья Ефимович, предъявите. Ваша работа. В каком праве вы меня допрашиваете? Мы не допрашиваем, мы интересуемся. Ружанич вернется, вот и интересуетесь, а я знать не знаю. А я бы, товарищ Гостев, обыск у гражданочки произвел. А ордер на обыск у тебя имеется, студент хрен? Шутка, Анечка, шутка. Илья Ефимович, пойдем. А кителек мы оставим. Про кителек рассказать придется. И лучше добровольно. А мы вас еще навестим. Надо обыск, товарищ капитан. Где бы вы сыскать, Илья Ефимович? Не знаю. Но с Кунавиным и Синицыным она точно знакома. Ну, вернее, ульба. Ну, это я нисколько не сомневаюсь. Как и в том, что Кунавин и Ружанич сейчас находятся в морге. Это известно не только нам. Кому еще? А еще в горкомском гараже в ГАИ. Ты протокол в ГАИ взял? Так точно. Смотрел? Не удержался. Там что сказано? Там сказано, что автомобиль во время столкновения был весь в смятку. Да? А на самом деле
Задняя правая дверь только обгорела и лежала рядом. Это значит, что во время столкновения она была открыта. Кто же ее открыл? Вот. А еще там сказано, что пассажир Кисели выбежал из трамвая и перебежал по ведь дорогу. В трамвае никакого пассажира не было. Откуда вы знаете? Ну что я ехал в этом трамвае. Один ехал, понимаешь? В машине было трое. И этот пассажир в кителе. Кунавина убил, из машины выскочил. Ранение на теле шофера нет? Значит, дал ему по шее ку-ку. Смещение шейного позвонка. Угу. Что-то не поделили. И Синицын не рвался из больницы. Голова, товарищ Гастев. Вот как вы все это соединили. Непонятно, чем они занимались. Гастроном уже грабили. Главный режиссер театра. Тут что-то хитрее. И китель это не для того, чтобы носить, а чтобы заблуждение ввести. Кого? Не знаю. Куда они так торопились? Что там за женщина была? Где они ее высадили? Надо Синицына допросить. Вот и допроси. Отвези меня в театр и к нему поедешь. Мне товарищ Францев запретил проявлять инициативу. Отвезти и привезти. Следственные действия проводить только с вами. А мне товарищ Францев сказал, до завтра это дело закрыть. И ты что, предлагаешь мне наплевать на торжественное собрание по поводу юбилея института? Сергей Васильевич, на такое мероприятие плевать никак нельзя. Вот и выручай. Позвонить можно? По личным делам не положено. В милицию. А что случилось, товарищ? Тайна следствия. Закройте уши и отвернитесь. С майором Гавриловым соедините. Выполняйте приказ. Да, Гриш. Посмотри по сводкам. В последнее время, кроме гастрономов, никаких серийных ограблений не было. Да, в крупных размерах. Я не слепой. Ты уверен? Нет, мелкие не интересуют. Понял, спасибо, будь здоров. Благодарю за службу. Да, пожалуйста. О моем визите и звонке никому не сообщать. Конечно, разумеется. Не сомневайтесь, товарищ, конечно. Францев, а сегодня она с ним вась-вась. Вот что значит партийная дисциплина.
Сергей Васильевич. Мое почтение. Константин Михайлович. Познакомьте меня, дочка Виктория. Приятно пожать руку тезке богини Победы. Какой у вас замечательный костюм. Где только всякие продают? Нигде. Портниха Шива. Анечка. Вы ее знаете? Недавно познакомился. Простите, пожалуйста. Должен сказать, что Сергей Васильевич – известный дамский угодник. Константин Михайлович. До сих пор не женат. Уж самые стойкие идейные женщины перед ним не устают. Пойдемте к нам, портер. Я на балконе. Ладно, позже увидимся. Извините. Идейные женщины. Вот сволочь, нами что намекает. Мужики, пиво закончилось. Сейчас у Варьку шалаву застукаете. Она дома. Вчера ее привезли на мотоцикле. Да, и не первый раз. И попейте, идите вперед. Вы стучите, стучите. Варька! Варька, открой! Надень платье, открой дверь. Я никого не приглашала. Ну, кому я сказала? Они там. Открой, Варька! Милиция к тебе! Это не от нас. От соседей запираются. Проститутка! Прикройтесь ты же! Я его пяльцы на себя не звала. Говорил, сам придет. Вот пришел. Разговорчики, я по долгу службы. Опять? Про китель спрашивать? Ой, Варя, проснись. Варя! Мне-то что? Я спать хочу. Работала, а утром... Так, где вещь Синицына? Здесь. Только там замок. Где ключ? Варя, ключ дай. Господи, ну чего должна давать-то, а? Сперва ключ, а потом еще чего потребуют. Что, я мужиков не знаю, что ли? Я, между прочим, при исполнении. Не дашь добровольно, обыщу. Обыскивайте. Вам лишь бы полапать. Щекотно. Ой, меня тоже обыщите. Платье одень, лярва. Разрешите. Здесь? Да, здесь. Ну и что там? Господи. Ой, мамочки. Собирайтесь. Куда? Для проведения дальнейших следственных действий. Костюм вырядилась. Зачем? То ли дело сиреневое платье. Оно твои люди женственность не скрывает. Может, это сиреневое платье тоже Анечка сшила? По просьбе Ружановича. Как на него все-таки смотрела. Товарищи! Разрешите мне на правах ректора объявить торжественное собрание, посвященное 20-летию юридического института города Советска, открытым! Партия, правительство и лично товарищ Сталин! Когда ты была у меня дома? 14-го? Да, 14 апреля поздно вечером. Явилась, не предупредив, именно в сиреневом платье. И как же так нарядилась? И для меня же. Неужели для Ружановича?
Привет. Ты без зонта? Меня до подъезда на машине подбросили. Да, что с благодетелем? Ты не знаешь, не рад мне? Проходи. Сереж, я хотела с тобой посоветоваться. Сереж, ну ты без этого никак. У нас скоро собрание, должна выступить. Вот послушай. Товарищи студенты. Товарищи... Сереж, не отвлекай меня. Товарищи студенты. Товарищи комсомольцы. Товарищи будущие... товарищи будущие юристы, следователи и адвокаты. Я вас поздравляю. Нет. Товарищи студенты! Товарищи комсомольцы! Товарищи будущие юристы, следователи, адвокаты! Я поздравляю вас! Я тут много еще чего понаписала, как школьница на письменном по литературе. Но уж лучше скажу не по бумажке, а от чистого сердца. Завтра областная газета назовет речь Мишина искренне, взволнованно, от чистого сердца и пламенной души. Не подозревая, конечно, что эта речь была тщательно разработанным сценарием. С таким же трепетом, что и вы, входила под своды институтского корпуса. Друзья мои, и ведь я всего несколько лет назад с таким же трепетом, что и вы, вошла под своды институтского корпуса. Как и вы, я впервые вошла в аудиторию, Сереж, и поклонилась кафедре. Светочу знаний. Я помню, во что была одета подруга моя. Юля. Которая, кстати говоря, сейчас народный судья и вершит справедливость от имени государства и всех нас. Но кого бы я ни вспоминала, какие бы... О, кто? Какие бы годы ни пролетали, а остается вечным. Не просто поглощение знаний, не даже усвоение их, а чувство жертвенности. Желание посвятить жизнь самому трудному и честному построению коммунизма. И лично товарища Сталина! Что дальше? Чем закончится? Может, про 70-летие товарища Сталина? Конечно, и про 70-летие товарища Сталина. А потом про поездку на картошку. Не, ну это уж совсем глупо. Нет, это очень даже не глупо, потому что соединение наивысшего с наинижайшим приводит к оживлению аудитории. Любой оратор тебе скажет. Сереж. Потрудимся на картошке. Объявляется перерыв на 20 минут. После перерыва наш большой концерт с силами артистов театров и городской филармонии. Меня высматривают. Затащить бы ее сейчас разгоряченную в какую-нибудь комнатенку и иметь в ее лице всю власть.
Ну, с Францевым можно лоб в лоб столкнуться, а это пока нежелательно. Товарищ капитан! Товарищ капитан! Что это? Разрешить доложить. С ума с... Облигации. Какие облигации? Внутреннего займа были обнаружены при обыске в квартире Синицына в комоде на 100 тысяч рублей. На сколько? На 100 тысяч. Пересчитал? Конечно, деньги счет любят. Ну, видишь, насколько ценил заботу партии и правительства простой фрезеровщик Синицын. Вы что, смеетесь, товарищ капитан? Я плачу, товарищ младший лейтенант. Какой обыск без ордера? Извините, не сдержался. Никогда столько не видел. Да я и половины не видел. Понятых вызывал? Там такие понятые. Пойдемте, товарищ капитан. Куда? Сестра Синицына ждет. Где ждет? В мотоцикле. А если она убежит, ты издеваешься? Куда? Я ей всесоюзным розыском преградил. Вон она, я же говорил. Здрасте. Здрасте. Вы еще кто? Гасев Сергей Васильевич. Я из штаба по борьбе с бандитизмом. Понятно. Я об этих облигациях ничего не знала. Это меня брат попросил запасной ключ держать, я и держала. А в чужие шмотки зачем мне свой нос совать, а? Это все его дела. Какие дела? Говорю же, я не знаю. Я вообще ничего хорошего от него не видела. За каждый рубль отчета требовал. Ругался, матерился, а у самого, оказывается, столько денег, сволочь. Он свой офицерский китель часто одевал? Одевал. Этот ваш уже спрашивал. Да он на баб впечатление хотел произвести. Не везло ему с бабами. Как тут повезет при такой внешности. Что он, что дружок его. Кунавин. Он самый. Этот вообще ни одной юбки не пропустит. К сестре моей. Наташке, школьнице, шары катил. Я ему говорила, посажу. А он хорохорился, говорил, что у него шишки в друзьях. А вы с ним были в близких отношениях? Да что там? Ну, всего пару раз у него в гараже ночевала. Адрес гаража дадите? Совхозная, дом 7. И облигации, значит, не ваши? Нет, говорила уже. Ну, тогда будем оформлять добровольную выдачу. Оформляйте. Пишите. Чего писать-то? Я фамилия, имя, отчество. Добровольно сдала младшему лейтенанту Рокни Илье Ефимовичу. Подождите, подождите. Дальше. Добровольно сдала Рокни Илье Ефимовичу 100 тысяч рублей облигациями 3% внутреннего займа. Ближайшему моему брату Синицыну. Имя, отчество. Дата, подпись. Куда-то спросил, как ты, наверное, забирал Синицыну? Так точно, в планшете. Замучил всех. Вы не отвлекайтесь. А я все. Вас подвезти в сторону вашего дома? Нет, спасибо. Я лучше на трамвае. До свидания. До свидания. Да, ты дай мне. А зачем на мою сторону? Гараж вскрыть сможешь? Оп. Расплюнуть, товарищ капитан, но это незаконно. Молодец. Повышаешь свое правовое сознание.
14 апреля. 14-го как раз Мишина у меня была, и привозил ее кто-то. Еще одно совпадение. Может, с ума начинаю сходить? Но совпадение уже не верится. Лишь бы Робби ни о чем не догадался. Черт, меня не вернул с этой конфетой. Товарищ из сельской местности. Чего надо? Забирай свои деньги, не нужны они. Копейки, небось, в милиции платят. Не хватает, а деньги уничтожать запрещено. Связались бы от меня арестовать. Знали же, что погиб он. Приходили ко мне, знали и не сказали. А вам кто сообщил? Твое дело. Были в морге на опознание? Была, только их нельзя опознать. Изуродованы они. Знаешь, как они изуродованы? Ружанич погиб не в автокатастрофе. Его и Кунавина убили. Кто? Тот, кто был в машине вместо Синицына. Откуда знаешь? Знаю. Полагал у вас спросить? А я не знаю. Правда, не знаю. Я бы эту суку своими руками придушила. Синицын вам звонил после операции? И вы Ружаничу сообщили о его аппендиците. Только тот ничего отменять не стал и сказал, что найдет Синицу на замену. Так ведь? Скажу, провалите отсюда. А тут протокол, товарищ Гель. Хрен тебе, а не протокол! Рассказывайте. Так все и было, теперь валите, дверь надо. Чем занимались? Откуда эти деньги? Проваливайте, сказала. Женщина с ними была? Женщина. Корова синего платье. Она ружайте глазки строила. Он говорил, он твой. Кто такая? Как зовут? Учтите, сознательный оговор приравнивается к даче заведомо ложных показаний и уголовно наказуем. Ну и вали. Валите, я сказала! Пойдем. Надо продолжать допрос. Пойдем, я сказал. Суки, валите! Что с вами, товарищ Гастев? Ты роды принимал когда-нибудь? Нет. Вот и не начинай. Успокоиться, тогда допросим. Ну, как скажете. А то мне показалось, что вы от меня что-то скрываете. Когда кажется, креститься надо. Знаю, у нас тоже так говорят. Завтра допросим. Официально, с протоколом. Все как полагается. А сейчас отвези меня в дом колхозника. Все насчет сельской местности шутите? Да не, не шучу. В доме колхозника буфет будете работать. Мне выпить срочно надо.
Так бы сразу и сказали. А я так сразу и сказал. Поехали. Сарай загонишь, целее будет. Замок сбить много ума не надо. Не все ж такие, как ты, грамотные. Подохну, спокойнее как-то. Закуски вот жалко, у меня нет. Как нет? Я видел картошку, 6 куриных яиц, подсолнечное масло. Это же как-то успел. Успел. А. Здорово, мужики! Здорово! Здорово. Давай, пожалуйста. Ну, это не надо. У тебя получается, Илья Ефимович, заправский повар. Пахнет вкусно. Картошка с яйцами под водку. Это самое оно. Да еще с лучком. Год не пей, два не пей. А под такую закуску непременно выпей. Для аппетита. Давайте, Сергей Васильевич, за Александра Николаевича Островского. Великого русского писателя. Ну, великий, не спорю, а какого мы из него будем пить? А потому что у нас все как у него получается. А как у него получается? Знаменитая пьеса. Не было ни грош, да вдруг Алтын. Удивительный ты человек, Илья Ефимович. Ладно. Считать начну. Никого не жду.